В Люберцах по-настоящему запахло Новым годом. В округе начали работать елочные базары. Сразу после их открытия сторонники живого символа праздника отправились за покупкой. На одной из торговых точек побывала наша съемочная группа. Новый год скоро, и хочется, конечно, волшебства, поэтому мы пришли за елочкой. Тот, кто первым пришел за елочкой, попал на настоящий праздник. Старт сезонной продажи хвойных деревьев дали главные новогодние волшебники. Вместе с люберчанами они радовались приближению праздника. От всего сердца и души поздравляю люберчан с Новым годом. Желаю здоровья, счастья, радости. И еще раз здоровья, его много не бывает. С Новым годом! За новогодней красавицей некоторые пришли целыми семьями. Выбор большой, но каждый покупатель находит свою, особенную. Ставлю елочку, на макушку на елочку делаю. Потом вяжу шары, разноцветные шары, и мишуру. А потом огоньки разноцветные. Так интересно становится. На территории городского округа открыт 21 елочный базар. Купить живой символ Нового года можно до 31 декабря включительно. Торговые точки размещены как в самих Люберцах, так и во всех поселках. Выбирали и подбирали места такие, чтобы, во-первых, было удобно жителям, и, во-вторых, чтобы это не мешало ни транспорту, ни пешеходам и так далее. Запах хвойных деревьев подарил жителям округа праздничное настроение. До нового 2020 года остаются считанные дни. Мама елку украшала. Сева, Сава помогали. Подавали. Игрушки, звезды, шарики, ловушки. Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.